И так иду к своему мастеру отдавать уже гитару, чтобы она была готова там. Потом по дизайну там я что-то могу сделать, но собирать я хочу уже сейчас. Итак, по поводу реликов хотел я поговорить. Я почитал комментарий к своему видео, где я живу гитару свою. И я вам хочу сказать, что то, что я сделал, это не релик. Если вы имеете в виду конкретно вот по классике то, что релик, это такие гитары как бы узорчатые, да, там где краска осыпалась и такие типа состаренные. Все, что я сделал, это просто сжег свою гитару и все. И немножечко подготовил ее к более-менее такому симпатичному виду. Вот и весь мой релик. По поводу реликов я вам так скажу. Может быть, кто-то не знает, может быть, кого-то я предупрежу, что лаковое покрытие у гитар, оно бывает нескольких типов. Одно из них это нитроцеллюлоза, а второе это полиуретан. Вот эти вот все старые гитары, фендеры, которые вы видите, которые круто очень сделаны по-реликовски, это все старые фендера в основном, в которых использовался лак нитро. Что это за лак такой? Это еще 100 лет ему в обед его придумали, там еще в начале 20 века, эту нитроцеллюлозу. Она, эта нитроцеллюлоза, тоненькая такая, очень тоненькая, и покрывает деку тонким слоем, и в итоге со временем она сама нарушается и сама начинает превращать гитару в абсолютно реликовский вид. То есть это просто с годами происходит, даже если вы сами не делаете этого. Если лаковое покрытие нитро у гитары, то из него гитару реликовскую можно сделать просто элементарно, потому что если у вас есть инструмент специальный, такой ножичек небольшой, она просто крошится просто на раз-два. Вообще элементарно она крошится и делается релик. Сейчас, если я найду видео в интернете, я сейчас вставлю вот сюда вставку. Вот. И все релики делаются на основе вот этого лакового покрытия нитроцеллюлозы. Если взять, допустим, полиуретан, в основном все современные гитары, все сквера современные, короче, последние несколько десятков лет, в основном все гитары покрываются вот этим полиуретановым покрытием. Оно очень мощное. Оно практически, я бы даже сказал, становится одним целым с древесиной. Это даже не какое-то покрытие сверху. Это конкретно, короче, очень мощная вообще вещь. То есть снять это лаковое покрытие полиуретановое, там, типа, одним специальным инструментом, таким ножичком, типа того, практически невозможно, допустим. Я сам лично пробовал это сделать. Вы знаете, оно очень глубоко уходит. Очень глубоко уходит, то есть вот эти полиуретановые гитары. И практически, я не знаю, ими можно стену долбить, ничего не будет с ними. То есть все гитары, которые крошатся вот так вот, очень художественно, это в основном все старые гитары, у которых используется лак нитро. То есть если вы хотите современную гитару сделать реликом, вы по идее должны снять полиуретановое покрытие свое, нанести, короче, покрытие нитро на нее, и только потом заморачиваться и делать из нее релик. Если же вы этого не делаете, единственное, что вы можете сделать из своей полиуретановой гитары, это просто сжечь ее нахрен. И то, когда она будет гореть, я вам могу сказать то, что когда в одном месте идет прожог очень такой долгий, то вот этот вот полиуретан, он начинает вот такими кусками отлетать, вылетать. И я брал вот эти куски, смотрел, они вылетают прямо вместе с деревом, эти куски. То есть этот вот полиуретан, он вообще, он настолько мощное покрытие, что практически невозможно его снять. То есть практически все эти гитары современные, полиуретановые, которые, они лучше, чем вот этот лак нитро, да? То есть не зря стали использовать эту технологию. Но почему вот эту нитро технологию больше не используют, ну, практически? Потому что она вредная, экологически грязная. То есть ее, по-моему, даже сейчас производить, что ли, нельзя, я даже не знаю. То есть, короче, она вредная для человека, вредная для окружающей среды, вредная в производстве. Ну, то есть это самое начало 20 века технологии, вот эта нитро. Но есть такая версия, что из-за того, что вот этот вот нитро, целлюлоза, она вот такая тоненькая, таким тоненьким покрытием ложится, она как бы не цепляет акустические свойства дерева. То есть получается, дерево резонирует и как бы дышит, да, оно же дерево, там перепад температуры, оно дышит же. Вроде как считается, что гитары нитро, они лучше звучат. В этом есть зерно правды, может быть, они действительно лучше звучат. Вот, потому что полиуретановое покрытие, оно, ну, просто намертво эту древесину всю душит. То есть он получается, вот эта сама дека дерева,
Оно, если в полиуретане, оно как в коробке законсервировано. Но зато это очень мощная как технология. То есть, а вот эти вот старые гитары, старые фендера, вот эти 60-х годов, они вообще сами даже облетают вот это нитро. То есть она крошится на раз-два. То есть вот всех, кого я встречал, у кого старый фендер есть, музыканты, они у них у всех в состоянии реликовском находятся уже изначально. И я, короче, спрашивал поначалу, ну, народ. Я говорю, ты что, заморачивался, делал релик себе? Он такой, да нет. Я ее просто купил там в 60-х. Она уже сама вся облетела. То есть практически тех, кто использует гитары, тот, кто на них играет, берет на концерты с собой, они уже сами отлетают. Их даже не нужно скоблить. То есть большинство старых фендеров уже находится в состоянии релик. То есть если вы начинаете на ней активно играть, первое, где она протирается, это вот рука, которая играет правую непосредственно, потом протирается полностью задняя сторона. То есть все места соприкосновения с чем-то другим, все вытираются, прям сыпется она молниеносно. Один мне говорил то, что он красил заново этим нитро, и она уже заново облетела. То есть это к чему я говорю? Я говорю к тому, что если вы хотите поэкспериментировать по поводу сделать свою гитару реликовскую, вы вначале должны узнать, какое лаковое покрытие нанесено. Если у вас гитара свежая, новая, скорее всего, это полиуретан, они все сейчас из него. Вот, чтобы найти сейчас гитару с нитро, ну, это только старые фендера, это надо искать, я не знаю где, на eBay. Ну, то есть это реально старые инструменты. А вообще, когда делают из полиуретана, я говорю, вначале снимают полностью все покрытие полиуретановое. И потом красят нитро, и только потом делают релик. Будьте осторожны, потому что можно повестись на какие-то видео, фотографии и охренеть от этого. И вы просто загубите гитару свою. Все, я к мастеру. I have the same neck, you know, the same size. In my Harley Benton guitar. 9.5. Nice, eh? Yeah, it's good. Same next time, thing. But it's good. It does master. Age white, yeah, is very similar. No, I won't use black one. So this is cream. Okay. Okay. Yeah. Belan Howell. Yeah. Belan Howell. Belan Howell. So it's the 50s. Yeah. Original. Yeah. This was the sound. Uh-huh. Make the sound of the projectors, of the TVs, in the 50s. For cinema. Короче, все, отдал я гитару мастеру. Мастер сказал, возможно, даже он уже сегодня все соберет. Короче, мы там будем все менять. Вскрытие показало, что менять нужно все. Но это как у всех мастеров всегда. Так что там теперь будет и графитовый порожек. И, в общем, мы решили менять полностью все потенциометры и переключалку. И даже вход от джека, короче, тоже будем менять. И лады он мне посмотрит. И гриф, короче, он посмотрит. В общем, все будет новое. Итак, кстати говоря, сейчас играл на джаз-мастере. Чуть-чуть поиграл даже на нем. Видели, я вам показывал сейчас видео. Это Fender джаз-мастер мексиканский. Вы знаете, абсолютно такой же огромный гриф, как вот этого моего, вот этого Харли Бентона. Абсолютно такой же гриф. Кстати говоря, мой мастер сказал, что вот этот гриф на Харли Бентон, он сказал, что хороший очень работает. Ему очень понравился гриф вот этот Харли Бентонский. Он говорит, тоже покрытие полиуретан, короче, на грифе. Он говорит, и покрытие хорошее, и вообще гриф мне очень нравится. И заодно видели, у него там комбики старые есть. Я вам один показал комбик. Это реальный комбик 50-х годов. Потому что он играет, я вам говорил уже, вот этот блюз он делает свой исторический. Ну, блюз Дельта Миссисипи. Вот он на таких комбиках играет на концерте. В прошлый раз мы играли на них. Конечно, такой звук у них у всех специфический. Итак, все вам я рассказал про эти релики. До следующих, до связи.